Всем доброго дня, как и обещали, сегодня у нас на Европе-плюс в прямом эфире бессменный лидер группы «Гражданская оборона» Егор Летов. Добрый день. Здравствуйте. На все вопросы сегодня Егору будет задавать Александр Ботикновёв, известный только Комсомольск-на-Амуре. Я буду, так скажем, обслуживать, да? То есть я всегда обслуживаю, ты бездеятель. Если тебе карты в руки. Хорошо, итак, у нас сегодня в гостях Егор Летов. Это личность, без всякого сомнения, легендарная. Кто-то считает его самооснователем русского панк-рока, кто-то тонким поэтом, кто-то философом. Так вот, мне хотелось бы спросить на начало, Егор, ты каким себя там видишь и вообще в каком отношении, как музыкант, поэт, философ, как ты приехал в Комсомольск? Да не знаю, все, наверное, одновременно, может быть, и ничто из этого вообще. Об этих вещах никогда не думал, не думал. Я просто делал свое дело, мне все. Скажем так, я просто живу. Ну хорошо, а вот тогда сразу мы перейдем к твоему творчеству. Если мы возьмем ту музыку, которую ты делаешь, то... Я очень разный делаю. Ну, вот можно ее как... В настоящий момент от электронного авангарда, начиная фолк, акустически. Ну, можно ее как-нибудь вообще записать в какие-то стилистические рамки? Да, наверное, нет, но все равно то, что мы делаем на протяжении многих лет, самое близкое, это, наверное, гаражный панк сейчас и дадут. Ну, а если проводить такие аналогии, можно сказать, на что это похоже? Так мы же очень разные делаем. То, что, допустим, проект «Коммунизм», 15 альбомов. Весь авангард, весь спектр авангарда, начиная от дадаизма 20-х годов, кончая конкретной музыкой, 80-х. То есть здесь мы можем увидеть, что довольно разноплановое творчество, довольно многомерно. Так а кто же тогда... В тот момент такой, я же приехал как бы в акустическом варианте, поэтому есть какие-то определенные рамки. Ну так было в основном песни, но по большому счету, наверное, старые хиты были. Времена гражданской обороны, 80-х годов, начало 90-х. Ну, понятно, но это же явно не первый акустический концерт. Кто обычно приходит на акустические концерты? Да, дело в том, что каждый раз по-разному, да, я даже не знаю, что я буду исполнять. Я обычно это решаю в самый последний момент, и процентов на 80-90 вообще по ходу концерта. Мне хотелось напомнить, что посетитель концерта Егора Летова, который в данный момент находится в студии Европа Плюс, состоится сегодня в ДК Кристалл 18:00. Для справки, наверное, по телефону 18 мест принимать и давать, да? Просто приходите, покупайте билеты, и вы воочию убедитесь, кто есть Егор Летов, что есть Егор Летов и гитара. И еще сразу же напомню, что в студии заработал телефон, что я заработал 90. Потому что первые годы на Европе у нас вот час был, а потом сверху. Сейчас вообще... Здесь почему хорошо живется, в общем-то, говорит так, серьезно. Доступ в интернет, пожалуйста. Все, бай? Да, и передачи проводим все. Пошли. Да, такой быстрый джин, хотя просто передача у нас такая была серьезная. Так еще раз напомню вам, что в прямом эфире Европа-плюс сегодня Егор Летов, директор Гражданской обороны, приехал он один по причинам, известным, мне кажется, не только организаторам, там все понятно. Тяжело, конечно, сейчас привести любого человека, какого подобного, тем более группу. Ваш телефонный звонок, насколько я понял. Алло. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, здравствуйте. Егор, да? А можно вам вопрос? Да, пожалуйста. Я иномушка с вами, меня зовут Кирилл, я ваш поклонник. Я хочу спросить, вы после Комсомольска, вы куда направляетесь? Ну, сразу домой. Дело в том, что мы сейчас записываем, заканчиваем сведение нового альбома. А как он будет называться? Называться будет, предположительно, «Звездопад». А стиль игры останется прежним, как в одиночествах, или уже будет стиль поменен, как в «Солнцевороте», такой более... Не, будет несколько вообще не похоже ни на то, ни на другое, но очень, очень интенсивно будет. Это песня... Вы сейчас экспериментируете, да? Да, постоянно. И к какому стилю сейчас вы относитесь к музыке? К танцам или... У нас очень много, на самом деле. То есть у меня вот сейчас, примерно около 6 проектов, которые я хочу вот сделать, реализовать. Вот. Один проект будет называться «Русский футуризм». Это тексты наших футуристов, редких, причем типа Шашеневича, Терентьева и так далее, Крученых, начала века. Вот. И сделать очень такой шумовой проект, такой смесь индастрии и панка по-разному. Очень такой тяжелый, забойный. Вот один проект полуфолковый будет, и очень много, в принципе, компьютерной и электронной музыки будет авангард. Потому что тональный шумовой. А почему вы в основном на электронную музыку вы играете живую? Нет, живую мы тоже играем. То есть у нас просто несколько проектов есть, и концертных, и таких, Мне просто очень интересно, это давно было. Я, собственно, начинал в 80-х годах. У меня любимая команда была, наверное, Стробинг Кристалл в то время. И мне, в принципе, вообще нравятся эксперименты с электронщиной. И всегда были интересны. А я еще слышал, что вы со своим братом, саксофонистом, тоже хотите что-то записать? Да, он у нас вообще в составе постоянно находится. Дело в том, что он в Москве, а мы в Сибири живем. Поэтому встречаемся в основном на концертах или как-то. А в Москве вы концертов тоже не даете, да? Не, даем постоянно. И вот сейчас... я слышал, что вас в Москве запретили, в основном, вы как считаете? Запретили... Включение курьезное. Вот. Мы играли в ДК «Марс», так называемый, его банки разгромили, было дикое побоище с водометами и так далее. Ну и «Московский комсомолец», разумеется, написал, что там пришли вандалы, там радикалы и так далее. Маргиналы в Москве, огромная статья была. Вот. И нам отказали в залах. Ну это такая обычная практика бывает после подобных инцидентов. Но мы играем либо по большим клубам, вот сейчас, либо по... сейчас клубы, они, в принципе, как залы даже стали. Вот в Питере полигон, например, это, в принципе, тысячник стоящий. Егор, да? Сейчас вы находитесь на Европе-плюс. Вы не могли бы включить хотя бы свою композицию? А то сейчас играете не зарубежную, хотя бы свою включить, хотя бы через поплану или что-нибудь такое новенькое, электрическое хотя бы. Егор, я не знаю, здесь есть вопрос. Не проблема, то есть мы чуть позже, конечно, после еще на композиции, после ваших пожеланий, да, и все. В Комсомольском мы обязательно что-нибудь поставим. Группа «Гражданской обороны», Кирилл. Спасибо. Ну, все здорово. Егор Летов сегодня гостил в прямом эфире радиостанции «Европа-плюс», а ДК «Кристалл» в 18:00 состоится его акустический концерт, поэтому приходите все. Видите, то есть Егор приехал, это реально. Я думаю, что пару слов прощения, пожеланий, Егор, закончим. Что, очень рад, что здесь оказался. Приходите на концерт. Всего всем доброго. Передачу обслуживал, Андрей Епремов, да? Александр Бухкарев. Ну, мы встретимся все на концерте. И Егор Летов, конечно. Пока. Там тоже увидимся. Пока. Все. Спасибо. Так. Гипсон дома настоящий. 80-х годов, он еще более этот пляж. У меня Каперуном там всякое. У меня страт, но правда 90-х годов. Бля, я хочу себе такую гитару. Я на стратокастерах как-то нет, не очень. Сейчас наберу. Не, мне ибанески нравятся, гитарки хорошие. Ибанески ничего. Он ревет хорошо, вот что дело. Ну, у него сустейн вообще дикий. Ну, хаббакеры стоят. Ну. А не, у меня сингловские датчики. Ну что? У нас вот Саня гитарист Чесноков, он на таких играет. На синглах. Ну ладно. Процесс настройки пошел. Вот это Саша. Нужен компьютер, сразу после концерта поднимаемся и идем в технодизайн. Это от вас. Мы говорим большое спасибо газете «Вечерний комсомолец», газете «Экспресс-курьер» и лично Леониду Шевченко, он же Лич, он просто герой. Он нам здорово смотреть, слушать и читать. А вот сейчас на разогреве у нас группа «Шла-Уладья». Костик. 2. Дайте, пожалуйста, голос в мониторах. Куда ты исчез? На настройке вот было все нормально, сейчас очень тихо. Вот тебя практически не слышу. Гитара нормально идет, голоса нет. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Можно поднять еще? Раз, 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 два, три, четыре. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Сергей, скажи, чтобы мониторы что-то сделали. Здесь все испортилось вообще. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Раз, два. Чтобы было тише, насдашною влагой плескайте сердце, чтобы было больше. Ежовой рукавицей проповедуйте любовь, закрыв лицо ладошкой, притворившись безымянным, позабыв вчера и завтра, терпеливо постигать веселую науку дорогого бытия. Чтобы стало тише, наденьте всем счастливым по терновому венку, чтобы стало проще, свалите всех на скучий в некий новый бабий яр, закрыв лицо ладошкой, притворившись безымянным, позабыв вчера и завтра, терпеливо постигать веселую науку дорогого бытия. В тишине по убитой весне, по разбитым домам, по седым головам, по зеленой земле, по черневшей траве, по упавшим телам, по великим делам, по разбитым очкам, комсомольским значкам, по кровавым словам, по голодным годам. Мы идем в тишине по убитой весне, по распятым во сне и забытым совсем ворох писем. И не скучай, похоронка, липкий чай. Но мы идем в тишине по убитой весне, по разбитым домам, по седым головам, по зеленой земле, по черневшей траве, по упавшим телам, по великим делам. Мы идем в тишине по убитой весне, мы идем в тишине по убитой весне, мы идем в тишине. Среди буйных трав. Если бы он был зрячий, я бы был слепой. Если бы я был мертвый, он бы был живой. Так обыщущим мое тело узловатой рукой Забери меня, все пара лишней порокрой. Меня не застремает перемена мест. Стукач не вынос, свинья не съест. По вольному месту докаленным шумом, подкрытая ране до сырой земли. Из родной кровати до последний раунд, из крестовой благодати до банды до граунд. Намечены жертвы, воспосертый взгляд, затраченных усилий захудалый гнет. Очередь за солнцем на холодном углу, и сяду на колеса, ты сядешь на иглу. Очередь за солнцем на холодном углу, и сяду на колеса, ты сядешь на... словно репа, а звездный фасоль. Спасибо, мамаша, за хлеб и за соль. Души корешок, а тело мотва. Веселое время наступает, братва. Весенний дождик поливал гастроном. Музыкант Селиванов удавился шарфом. Никто не знал, что будет смешно. Никто не знал, что всем так будет смешно. Маленький мальчик нашел пулемет. И так получилось, что он больше не живет. На кухню намазал маслом кусок, пожевал, запил и поставил висок. А пока он ел и пил из стакана, поэт по случаю упал, убился из окна. Ой-ой-ой, сработал капкан. Еще один зверек был предан нашим рукам. Мир пробудился от тяжелого сна. И вот наступила еще большая весна. По тяжести тел застонала кровать. Такое веселье, просто ёб твою мать. От своей авторучки я сломал колпачок. По дороге навстречу шел мертвый мужичок. Завтрак, ужин и обед. Мужичок мертв, там еще нет. У нас словно репа, а звездный фасоль. Спасибо, мамаша, за хлеб и за соль. Веселое время наступает, друзья. Ой-ой, веселее некуда. Ой-ой, веселее нельзя. Ой-ой, веселее некуда. Ой-ой, веселее нельзя. Седая пелена, далеко, далеко, за туманами война. Идут бои без нас, но за нами нет вины. Мы к земле прикованы туманом. Воздушные рабочие. Туман, туман, на прошлом, на блок. Далеко, далеко, за туманами наш дом. А в землянке фронтовой нам пролезло снятся сны. Видно, все мы рано повзрослели. Воздушные рабочие. Туман, туман, окутал землю вновь. Далеко, далеко, за туманами любовь. Долго нас небес там ждать, чужой дальней стороны. Мы не все вернемся из полета. Воздушные рабочие войны. Воздушные рабочие войны. Воздушные рабочие войны. Полные дома розовых людей, мокрая мозоль, скользкая сопля, потная подробности обнаженных тел. Я стреляю на повал сквозь дыру в моей голове, сквозь дыру в моей голове, сквозь дыру в моей голове. Твердые шаги, медленный пинцет, вязкая слюна, лестница в подвал. Кто-то ищет верный повод запретить меня. Он пытается пролезть сквозь дыру в моей голове, сквозь дыру в моей голове, сквозь дыру в моей голове. Кто умеет в дрожь, кто умеет в кайф, кто умеет в треск, кто умеет скач, кто умеет на свободу, кто умеет в плен. Кто умеет наблюдать сквозь дыру в моей голове, сквозь дыру в моей голове, сквозь дыру в моей голове. Спотыкаюсь на ровном месте, солнцеворот, волос в чашке моей воды, грязный бинт и окно за окном, грязный бинт и окно за окном. Я увидел тебя. Я видел в небе, там кто-то ходит. Я увидел день блуждающих окон восковые огни, грязный бинт и окно за окном, грязный бинт и окно за окном. Запретите мне, я торчу на одном и том же. Запретите мне, все равно уже кайф прошел. Грязный бинт и окно за окном, грязный бинт и окно за окном. Спотыкаюсь на ровном месте, солнцеворот, волос в чашке моей вины, грязный бинт и окно за окном, грязный бинт и окно за окном. Русское поле будет в конце. Мотылёк догорал на свечке, я жаркий уголёк, дымные колечки. Звездочка упала в лужу крыльца, ты тебя заметил, потери бойца. Ты тебя заметил, потери бойца. Мертвый не воскрес, хворый не согнулся, спящий не ослеп, спящий не проснулся. Весело стучали храбрые сердца, отряд не заметил потери бойца. Отряд не заметил потери бойца. Красивей не было, больней не было, счастливей не было начала, не было конца. Отряд не заметил потери бойца. ответ не заметил потери бойца. Русское поле будет. Песня моего приятеля и соратника Романа Неумоева, группа «Инструкция по выживанию». Каждый день все дальше, чья-то больше, лучше, но и мир все старше. Каждый шаг все круче, вслед земному долу. Всадник усмехнулся, чтоб дойти до дома, надобно проснуться. А у малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Непрерывный суицид для меня. Непрерывный суицид для меня, непрерывный суицид от горящих окон индивеют лица, животы жиреют от живой водицы, с миру по идее мертвому землицы. Молоту Христову не остановиться, а у малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Непрерывный суицид для меня, непрерывный суицид для меня, непрерывный суицид. Из открытых окон прыгают наружу раненые звери с добрыми глазами. Детвора смеется, в детских лицах ужас. До смерти смеется, но не умирает. А у малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Непрерывный суицид для меня, непрерывный суицид для меня, непрерывный суицид. На столе разноцветные стеклышки, разноцветные тряпочки. Непонятно ни хрена. Песня из нашего будущего альбома «Звездопад». Вот. Песня посвящается всем нашим соратникам, всем нашим ребятам, воюющим, погибшим и погибающим на войне в Чечне. Шла война к тому Берлину, на тот Берлин. Матушка, не плачь по сыну, у тебя счастливый сынок. Шел он медленно, не быстро, не жалел солдатских ног. Матушка, ударил выстрел, покачнулся твой сынок. На спину и остыл среди осин. Матушка, не плачь по сыну, у тебя счастливый сын. Матушка, не плачь по сыну, у тебя счастливый сын. Возьми. Сейчас поставь денег. Да поставь денег. Ты скоро умрёшь, кто-то пишет на стенах, он скоро умрёт. У неё из глаза, она скоро умрёт. Скоро станет легко, она скоро умрёт. Кто-то пишет на стенах, он скоро умрёт. Пахнет летним дождём, кто-то только что умер. У них есть что сказать, они скоро умрёт. Кто-то тихо смеется, я скоро. Кто-то пишет на стенах, он скоро умрет. Пахнет летним дождем, кто-то только что умер. Кто-то смотрит на солнце, почти что уснет. Кто-то смотрит мне вслед, тоже скоро умрет. Это оптимизм. Наш оптимизм, новый оптимизм, наш оптимизм. О, ведь ты умеешь плакать, ты скоро умрешь. Кто-то пишет на стенах, он скоро умрет. У него из глаза, она скоро умрет. Скоро станет легко, мы скоро станет легко, мы скоро. Станет легко, и мы скоро все умрем. Будет оптимизм, наш оптимизм, новый оптимизм. Вот. Егор. Так, минуточку. Пожалуйста, все слезьте с кресел. Нельзя становиться на кресло. Если вы сейчас не слезете с кресел, концерт мы закроем. Все слезаем с кресел. На креслах стоять нельзя. Пока вы не слезете с кресел, концерт продолжаться не будет. Нельзя вставать на кресло. Стойте просто так, стойте в проходах. Не трогайте кресло. Свои вопросы, что скрывал последний слой поклон, и чего посмеялся сынка матросов перед тем, как шишел, бегал, вышел он. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество. Это знает мое поражение, это знает мое торжество. Как бежал за солнышком слепой Ивашка, как садился ангел на плечо, как власти плавилась последняя рубашка, а ты что обрел от летящий наш ножок. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество. Это знает мое поражение, это знает мое торжество. Партизан спалил пизду родную хату, завязался узел ремешок. Эх, распятый изнутри веселую гранату, зачем всегда кончается вот такой стишок. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество. Это знает мое поражение, это знает мое торжество. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество. Это знает мое поражение, это знает мое чистая весна, ты снег шел. Я купил журнал «Корея», там тоже хорошо, там товарищ Киберсин, там тоже, что у нас. Я уверен, что у них то же самое, все идет по плану. Все идет по плану. Африка, Монизме, все будет заебись, все наступит скоро, надо только подождать. Там все будет бесплатно, там все будет кайф, там, наверное, вообще не надо будет помирать. Я проснулся среди ночи и понял, что все. Все идет по плану, все идет по плану, все идет по плану, все. Посвящается нашему бывшему гитаристу Селиванову, который покончил с собой. Поломера, травный мясик, басмысловый мир победил. И кое-кто виноват, кому нужен ломтик июльского неба. Моя оборона, солнечный зайчик из вещего глаза. Моя оборона, траурный мячик нелепого мира, солнечный зайчик дешевого мира. Пластмассовый мир победил, макет оказался сильней, последний кораблик остыл, последний фонарик устал. Сопятком я воспоминаний. О-о-о, моя оборона, солнечный зайчик без вещего глаза. О-о-о, моя оборона, травный мячик нелепого мира. О-о-о, моя оборона, о-о-о, моя. Так, еще раз хочу сказать, пожалуйста, уйдите со стульев. Мы закроем концерт. ДК поставила нам ультиматум. Если вы не сойдете с кресел, мы закроем концерт. Сойдите со спинок кресел. Быстро. Да. Да, напишу, конечно. Напишу обязательно. Дурачок, полосу, ищет дурачок внутри себя. Ходит дурачок, полосу, ищет дурачок внутри себя. Идет смех по улице, несет бледный на блюдце. Кому вынется, тому и сбудется. Тронет за плечо, поцелует горячо. Полетят копейки за праздники домой. Уходит дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себя. Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себя. Сучок и колеса завертелись в башке, промокшей башке под пронебойным дождем. Закипела ртуть, замахнулся кулак, да только если крестнуть, то на последний глаз пятак. Дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себя. Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себя. Мертвая манка вчера ко мне пришла, все красиво кулаком. Опустился мой пожар и захлебнулся кровью из моего леска. Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себя. Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок глупее себя. А сегодня я воздушных шариков купил, полечу на них над расчудесной страной. Буду пух глотать, буду в землю нырять, и на все вопросы отвечу, кто же мой. Ходит дурачок по миру, ищет дурачок Солнышко и ночью, и днем не бывает атеистов в окопах под огнем. Слепой победит ничтожный, такое победило. Ищет дурачок, живи себя. Крикнул, дернулась бровь, и лишь калитка по-прежнему настежь. Лишь поначалу слегка будет больно, небо синь, до земли канула, тебя бензин, до меня дыра. Пока не поздно, пошел сюда прочь, пока не поздно. Из крысы прямо в ангелы, бери шинель, пошли домой, бери шинель, пошли домой. Бери шинель, пошли домой, бери шинель, а это по домой. Небо синь, до земли конура, тебя бензин, до меня дыра. Пока не поздно, пошел с ума нахуй, пока не поздно. Из крысы прямо в ангелы шасть. like a rolling stone, like a rolling stone, like a rolling stone, like a rolling stone. Светлейшие сумеры у тебя на глазах, яркие сумеры у тебя на глазах, зимолится номер у тебя на глазах, а ты остался таким же, как и был. Всего два выхода для честных ребят: схватить автомат и убивать всех подряд, или покончить с собой, собой. Если всерьез воспринимать этот мир, целеправляя средства давай, убивай, насилуй, клевещи предавай, ради светлого здания иди, чучка. Все то, что не доделал Мамай, октябрь довел до конца, октябрь довел до последней черты, и всем нам нечего делать здесь. Мой друг повесился у вас на глазах, он сделал харакири у вас на крыльце, и он истек надеждой всем, чем мог, а все вы остались такими же, а все вы остались такими же, а все вы остались такими же. Плюшевый Шутка шел по лесу, шишки собирал, сразу терял все, что находил, превращался в дуру, чтобы кто-то там понял, чтобы кто-то там глянул, чтобы кто-то там вспомнил. Плюшевый Мишутка шел войной прямо на Берлин, сразу все ломал, каждый мостик перед собой, превращался в дура, чтобы почернел поезд, чтобы почернел палец, чтобы опалил дождик, чтобы кто-то там думал, чтобы кто-то там тронул, чтобы кто-то там строгнул, чтобы кто-то там на стол накрыл, машинку починил, платочком махнул, ветку нагнул. Плюшевый Мишутка лез на небо прямо по сосне, грустно рычал, прутиком грозил, превращался в тучку, значит кто-то там, значит кто-то там верит, значит кто-то там помнит, значит кто-то там любит, значит, кто-то там. Трогательный нож ножичком пытать свою плоть, трогательным ножичком пытать свою плоть, до крови прищемить добровольные пальцы, отважно смакуя леденцы на палочке, целеустремленно набивать карманы мертвыми мышцами, живыми хуями, шоколадными конфетами и нерукотворными пиздюлями. На патриархальной свалке устаревших понятий, использованных образов и вежливых слов, покончив с собой, уничтожить весь мир. Покончив с собой, уничтожить весь мир. Вечность пахнет нефтью. Вечность пахнет нефтью. Словно и не сердобольный смех, словно и не сердобольный смех, словно и не сердобольный смех, словно валится на русское поле экспериментов. Русское поле экспериментов. Русское поле экспериментов. Русское поле экспериментов. География подлости, орфография ненависти, апология невежества, мифология оптимизма, законные гаубицы благонравия, знатное пишется благоразумие, устами ребенка глаголит яма, устами ребенка глаголит пуля. Вечность пахнет нефтью. Вечность пахнет нефтью. Словно и не сердобольный смех, словно и не сердобольный смех, словно и не сердобольный смех, словно валится на русское поле экспериментов. Русское поле экспериментов. Русское поле экспериментов. Русское поле экспериментов. Мастерство быть слишком подобно мне, мастерство быть любимым подобно петле, мастерство быть глобальным, как печеные яблоко, искусство вовремя уйти в сторонку. Искусство быть посторонним, искусство стать посторонним, новейшее средство для очистки духовок от задохнувшихся по собственной воле, новейшее средство для очистки веревок от скверного запаха немытых шея, новейшее средство находить виновных, новейшее средство находить виновных. Русское поле экспериментов. Русское поле экспериментов. Русское поле экспериментов. Русское поле экспериментов. За открывшейся дверью пустота, это значит, что кто-то пришел за тобой. Это значит, что теперь ты кому-то понадобился. А снег все идет, а снег все идет, русское поле источает снег. Иных хоронили в упаковке гласенок, иных хоронили в упаковке газет. А то, что на бою умертвили бычка, а то всеобщая радость, всеобщая гордость, всеобщая ненависть, всеобщая воля, всеобщая боль, всеобщая старость. Набить до отказа собой могилу, это значит наследовать землю. Что же такое наследовать землю? Это значит исчерпать терпение. Неофициальные попы земли, эмалированные части головных систем, инстинктивные добровольцы во имя вселенной хлебной корочки. Люди с большой буквы, слово «люди» пишется с большой буквы. Свастика веры стянула лица, вавилонская азбука налипла на пальцах. Исторически оправданный метод пожирания сырой земли. Это ли не то, что нам надо? Это ли не то, что нам надо? Это ли не то, что нам надо? От утренней неизбежно проснулись, не простудились, не заморались, называли вещи своими именами, сели добрые, разумные, вечное, все посели, все назвали, кушать подано, честь по чести. На первое были плоды просвещения, а на второе кровавые мальчики. Орденоносный Господь победоносного мира, заслуженный Господь краснознаменного страха, праведный праздник для праведных граждан, отученный сердц для созревших колосьев. Яма, как принцип движения к солнцу, кашу слезами не испортишь, и нет. Полные сани девичьим срамом, полные трусные ребячим смрадом, девичьи глазки, кукушкины слезки, а также всякие иные предметы. Генеральное поражение за полную чашку жалости. Сталинградской битве озверевшей похоти. Самолет усмехнулся вдребезги кувырок обетованной земли. Самолет усмехнулся вдребезги кувырок обетованной землицы. Свою любовь я собственноручно освободил от дальнейших неизбежных огорчений. Подманил ее пряником, подманил ее пряником, изнасиловал жестоким ботинками, повесил на облачке, словно ребенок, свою нелюбимую куклу. Свою нелюбимую куклу, свою нелюбимую куклу, свою нелюбимую куклу. Свои несердобольный смех, словно и несердобольный смех, словно и несердобольный смех, словно палится на русское поле экспериментов, русское поле экспериментов, русское поле экспериментов, русское поле экспериментов. Вечность пахнет нефтью. Спасибо. Спасибо огромное. Те, у кого есть договоренность со мной, и те, у кого есть журналистские удостоверения, остаются на пресс-конференцию. Все, у кого не сможет, все, спасибо. Я вас очень благодарен. Да. Поставим нечто такие. Дашка. Вот Дашка, а вот здесь вот сидит Летов Федорович. Вот все. Я правильно вижу? Дубль 2. Я вот получил автограф от Егора Летова, от Игоря Федоровича. Я говорю, он там сидит. И здесь вот меня понимает Дашка. Сейчас просто был концерт акустический Егора Летова. К 8 часов 24-го, да, 3-го 2001 года. А он там год Летов. А он там вышел раньше. И прочее вещи. Давай спереди встань. А он как бегает. Давай вот спереди с ним лицо. Так считайте. Кот, я вам за ней. Ну где я, бочка? Вот он идет. Саш, на, дай людям. Все хорошо. Какой-то, не надо. Сергей, Сашка, а вы вещи взяли с собой? Или нам придется туда заехать? Взяли? Все отлично. Завтра же. Ну, затремемся мне. А, вещи с его он Танька. Алиса, это, по-моему, ну, грубо, понимаешь, бесконечный поток автографов просто, а? Нет, это не бесконечный. Может, согласен на план? Ну, там вот рядышком, это Сергей Попков. А вот Сергей Федорович. Ну, улыбнитесь, камеру. Все хорошо, ребята, комсомоль, вы лучшие. На Дальнем Востоке. Мы первый раз на Дальнем Востоке. Вроде не клонировано. Так, ну все, я думаю, да, давайте немножечко так. Дистанцию создадим очень небольшую. Ребята, все эти самые снэпшоты, в смысле фотографии, после пресс-конференции. Все, да, давайте сейчас вопросы. В этом режиме работы у нас времени не очень много. Подходите, диктофоны ставьте. Мы приносим свои извинения за необычный способ ведения пресс-конференции. Ну вот. Как обычно, да, поднимаем руку. 3, 4, 2. Вечерний комсомольск, провокационный такой немного опрос. Значит, старая память, гражданская оборона. Вам не показалось в какой-то момент, что это напоминает больше игру? То есть, ну, по идее, после того концерта нельзя спокойно просто разойтись. То есть, ну, выступление, не знаю, не люблю я такие слова какие-то, не знаю, как скажем. То есть мы слушали вас, да? ну, то есть зреет какой-то внутри нарыв. Я вспоминаю, может быть, старое, когда был молодой, когда не мог смотреть спокойно на какие-то вещи такие. Не хочется слово протест говорить, но вот, ну, говорю, вам не кажется иногда, что это просто игра? Люди приходят за именем просто, а не потому, что они вас знают. Так вопрос кому? К людям или кому? Ну как, это ваше ощущение как человека, который выступает? Ну не могу говорить про ощущения, я постоянно повторяю то, что я как бы деятель, делатель. И меня несколько неадекватно воспринимают постоянно, всегда, в течение всего времени. Все, что мы делаем, мы всегда нарушаем правила игры, понимаете? Это касается там политических там действий, каких-то там художественных, того всего, понимаете? Мы же, помимо того, что мы, допустим, играем какие-то песни «Гражданской обороны», это что такое? Это нечто больше. Вообще художники, мы сейчас вот фильмы снимаем. Ну, много что делаем, собственно говоря. Вы можете сразу назвать несколько своих современных проектов теперешних, на которых можно где-то найти, узнать там, например? Нет, проект у нас все называют «Гражданская оборона», собственно, сейчас. Если раньше был коммунизм там, и так далее, ну какие-то там разные производные, скажем, от того, что мы делаем. Я даже не могу сказать, скорее всего, что все это будет называться гражданской обороной, но это совсем не похоже на то, что было до этого. Ну, если вы как бы следили за тем, что я делал последние, ну, лет 10, допустим, 15, да, вы должны понимать, что каждый проект, он полностью нарушает все традиции канона прошлого проекта. Сколько это совершенно не то, что, допустим, «Русское поле экспериментов» или «Война». Правильно, да? 100 лет одиночества, совсем не то, что происходит. Хотя как бы несколько логичное такое предложение. «Родина» и «Солнцеворот» — это совсем не то, что было до этого. Более того, даже по звуку и по записи совсем не так. То, что сейчас мы уже, ну, практически записали альбом «Звездопад», это совсем не то, что было до этого опять. Но есть определенная как бы такая составляющая, которая для человека как бы понимающего, она всегда, конечно, остается. Вот. Поэтому нас и слушают на протяжении всех лет, как мне кажется. Про фильм вы упомянули. Это что за фильм был? Ой, мы много чего делаем. Да, я не буду говорить. Я просто добавлю, если вас интересует другая сторона деятельности гражданской обороны, буквально 2 недели, 3, больше уже почти месяц, вышел альбом «Психоделия» — это «Мороу». Получите его, послушайте. Все это где-то на официальном сайте, да, есть? Кроме того, дело в том, что мы очень много делаем и не публикуем, в общем-то, по разным причинам. Потому что некоторые вещи делаются сугубо для себя, для внутреннего рода. Мы концептуалисты, художники, поэтому у нас очень много, вот из того, что мы делаем, это исходит от хэппининга. Вот, а отсюда ваши ощущения от концерта, я думаю, это все-таки субъективно, да? Ну, естественно, каждый человек субъективен. Поэтому не мы судим точно так же. Все концерты разные, все выступления разные, все альбомы разные. Я стараюсь никогда не повторять, по возможности. Спасибо. Пилот, что вас раздражает в фамилии? Все. Все, кроме природы. Всем как бы, ну, всяко разно. Да, вот, как угодно. Можете весь спектр форм борьбы. Вплоть до вооруженных действий. Можно бороться или оставить? Что значит можно? Это дело каждого. Но для меня, допустим, это вот необходимость. Для вас, может, это как бы нужно или можно. Для меня просто неприемлема эта форма цивилизации, которая существует. И куда она идет? Вы поддерживаете связи с трудовой Россией сейчас? Насколько я помню... Ну такие виртуальные, скажем. Трудовая Россия, она же такая виртуальная организация, непонятно. Ну, достаточно. Почему? Я видел живых себя. Ну, относительно живых, скажем. В какой-то степени можем сказать, что концерт знаменитый уже теперь. В марте это был как раз трудовой. В таком случае вопрос художника. Какая связь между творчеством национал-большевизма? Ну, это вопрос, наверное, к Лимонову больше, чем Лимонов все-таки как бы такой апологет. А он с Лимоновым как-то никак не связан. У нас такие приятельские отношения. Как были, так и существуют, собственно говоря, где мы судились неоднократно. То, что он делает, он делает. Но я, как сказать, так активно его не поддерживаю. Вот. Но с другой стороны, я его как бы и вреда ему не приношу, а если что-то, кстати, помогаю, он мне тоже. Ну, то есть у нас какие-то такие, как в лесу, отношения. Вот задавая такой вопрос, вы предполагаете какие-то рамки, да? Если НБП там, знаком с Лимоновым, то и все, ходи с повязкой. Ну как, я могу сказать, что в партии, допустим, я под номером 4. А так как Дубин из партии вышел, стал быть третьей в партии, да? Получается, что партия Геновский, как говорится. В принципе, билет у меня дома, и у меня желтый литр. Вот я могу пояснить. У нас был инцидент печальный вот, с Сергеем Попковым. Нас пригласили в Прибалтику, в Латвию, не более не менее, в Ригу на Дни русской культуры. Это, может быть, по ТВ-6 видели, я не знаю, идет у вас нет там. Нет, ТВ-6. Скандал недели были такие, известные. Вот. Но нас арестовали на границе латышей. Конкретно арестовали, посадили меня в кутузку. По причине того, что я являюсь членом НБП. И держали там, считай, что целый день. После чего депортировали очень такой жесткой грубой форме. Более того, не было, так сказать, явлено от министерства, у них как бы нет, как это называется, министерство МВД или как, у них называется какой-то там центр полиции, там какой-то федеральный. Отдел безопасности. Отдел безопасности, да. И было, так сказать, явлена такая бумажка в виде факса. Причем мне на руки ее не дали, так показали. И было сказано, что нам, причем мне и почему-то моему брату, Сергею Летову, вот, мы персона нон грата в Латвии по причине, так сказать, то, что наши действия могут наносить непосредственный вред республике, интересам безопасности республики, да, государства, да, и нам запрещено, так сказать, через Латвию до 2999 года. 2009 года. На 100 лет. Да, 2000 лет. Так что у них 100 лет одиночества. А ваша первая мысль, когда вам пришло приглашение на рассказ? Ну какая мысль? Никакой. Приходит постоянно приглашение, мы едем, везде нас приглашают. А что так далеко? Вас не смущало? Вас не смущает, что вы так сомневаетесь? Что вы приехали? Ну как, я на риске играл, у вас просто ни разу нет, ну, честно говоря, очень ничего. Я вообще на Дальнем Востоке ни разу не играл. Нет, мы едем, я просто... Скажу, как директор группы, мы едем везде, где нас реально зовут, приглашают. Когда мы уже понимаем, что это нормальные люди, да, и что все произойдет. Потому что, скажем, Хабаровск, Владивосток, там Южный Сахалин, там дальше слов ничего дела не шло, а вот здесь, да, произошло. Пожалуйста. Там вот такой вопрос, значит, насколько мы знаем, 13 апреля 1997 в контракте Сталина, статья Гурьева «Гражданская оборона» прекратила свое существование. И потом буквально через 4 года опять лейбл «Гражданская оборона». Причем связано непосредственно. Сначала непосредственно связано с событиями 1993 года. То есть непосредственно... Да, мы с Кузьмой в них участвовали, так, не очень прямо, косвенно. Мы даже там уступали в Белого дома и вообще там среди обороняющихся находились какое-то время. Вот. Меня это потрясло, собственно говоря, ситуация. Я думаю, что каждого честного человека должно потрясти. То, что я видел, я могу очень долго об этом говорить, часами совершенно. Именно что произошло и что происходило. Там не 80 убитых, а гораздо больше, но я думаю, что больше тысячи. В общем, людей совершенно оружие в руках не державших. То есть это возник как протест? Вот у нас против существования тогда? Да нет, это была совершенно вопиющая вещь, которая просто в реальности быть невозможно, не должно, понимаете? Вот есть такие вещи, которые, не бывает. Это быть невозможно. То есть люди, которые пришли с оплаченными квитанциями на смерть. Вот. Причем со всего Союза. Из Тулы, из Томска. То есть у них у всех квитанция на то, что их бесплатно похоронят в Москве. То есть они пришли умирать, собственно говоря, воевать до последнего. И было очень много, то есть только 6 тысяч. все, причем студенты, там, совершенно разных слоев общества, интеллигенты, музыканты, поэты и так далее. Это не было вот эта тусня, которая была в 91-м году, вот, вонючая, итальянская, да. Вот. Это были совершенно такие энтузиасты, честные. Ну и все, собственно говоря, вот с этого момента началась, я думаю, новая история. Новая веха в истории гражданской обороны. И антиистория, да. Ну, то есть мы собрались, я специально, я обычно телевидение игнорирую, просто категорически, принципиально. Мы выступили в программе, причем сами люди из программы знали, что мы будем говорить и зачем мы это. Я выступил, сказал то, что хотел сказать по поводу этих событий. Но был расклон после этого программы. Но мы сделали в ответ русский прорыв. Решили сделать национал-большевистскую партию. Но из этого вышла как бы партия Лимонова. Это уже его дело. Какое впечатление от комсомольской публики? Очень приятное ощущение, как, ну, я сегодня уже говорил, наверное, как на Рижской. Они смущаются, что они все зрители знакомы с вашим творчеством? Немножко смущает, но это как бы не страшно. Просто интересно. Я с этим раза три в жизни сталкивался. Просто некоторые вещи, которые вот такие, как бы считаешь, что там не то, что культовые, но хиты, да. Некоторые не знают, допустим, песни, да, классные и так далее. Я слушаю. Но общее ощущение, как бы, общего такого, как бы, человеческого праздника. Приятно. Не было вот напряга и не приходило что-то там давить, думать, что делать дальше, как там что делать. А просто я играл с удовольствием, играл. Вы сказали, что природа вас не раздражает. Если человечество погибнет, вообще наша цивилизация, по-вашему, от какой причины? Сейчас все к этому идет? Да много причин. Ну, на ваш взгляд, что бросается в глаза, или как бы вы определили это изначально? Самый неверный ход, который мы могли сделать, и сделали. Любой путь. Ну да, любой путь, собственно говоря. Я очень широко называю. Любой ход приводит ко всему. Не знаешь последствия. Да, последствия, они непредсказуемые, просчитываемые сложности. Но любое последствие не плачевное. Все, что делается человек, это, собственно говоря, это минус, очень большой. Но пока. Я не знаю, это будет ли дополнением к Егору. Мы буквально вчера разговаривали и недоумевали в который раз относительно безумных денег и усилий, которые идут на исследование космоса. То есть вы считаете, космос это не перспектива сейчас? Да нет, зачем он нужен вообще? Не так. Для нашей страны или для мира в целом? Почему? Достаточно поиметь, посмотреть фильм «Чужие», чтобы понять, что космос. Это, во-первых. Во-вторых, оказывается, мы не знаем, что у нас под ногами. И под лапкой, да? Абсолютно. Мы глупейшие. Ну, любому человеку скажи, да? Что там, ты не знаешь, что у тебя под стулом. Зачем тебе идти куда-то там, пытаться забраться на потолок? Ну, то, что под землей можно прочитать, а то, что будет там, прочитать невозможно. Ну, очень Господи. Я просто вспомнил, да, развивать мы не будем. Ну, конечно. Есть вопросы. Егор, когда вы едете за границу, на кого вы рассчитываете свою музыку, свои выступления? На бывших иммигрантов из России, либо же на иностранцев? Нет, Егор, дальше продолжу. Я просто хочу сказать, чтобы все сразу поняли изначально, что мы не в случае за границей, не в случае с Комсомольском, Тулой, Москвой, чем там еще, Киевом и Кишиневом не рассчитываем. Вот. Это нужно сразу понять и твердо и окончательно. Мы играем и делаем, что делаем. Поэтому расчет это как бы не сюда, это господин Лагутенко и товарищ. То есть вам все равно, да? И вы выступаете, и перед абсолютно. Нас участвует, допустим, Норвегию пригласили, и Бразилию. Это, кстати, вы поймете, вот человек задает и недоумевает, по-моему, до сих пор не понимает, как это произошло, да? Комсомольский круг. Это очень приятно. Когда мне было 14-15 лет, я удовольствием слушал ранее творчество «Гражданской обороны», «Выживание» и подобное. Мне, когда я слушал песню «Звездопад», всегда было интересно, в конце концов, идет на «Звездопад» или нет. Ушел? Да это мне было неприятно. Да, хотелось как раз вот... Телеграфом Аркадий Клеркин заявил в интервью, то, что после комсомольских, так сказать, выломов ника рок-н-ролла, гражданская оборона этот город Комсомольск-на-Амуре никогда не посетит. Вот. Это вопрос, наверное. Нет, я просто хочу услышать комментарий вот именно Егора Летова. А вот, именно по отношению к вот, нику рок-н-роллу? Да, не именно к нику рок-н-роллу, а именно к тому, что Комсомольск-на-Амуре центр горничества на Дальнем Востоке и так далее, там подобное. Это я первый раз слышу, честно говоря. Я просто именно цитирую. Я не очень понимаю. А что, откуда такая информация? Это вам Аркаша сам говорит? Ну, это я непосредственно прочитал. Так нет, вот то, что вы непосредственно читаете, это как бы не факт. Если вы работаете в газете, я так понимаю, здесь люди, работающие в газетах, вы должны это понимать, что то, что человек читает, это далеко не факт. Хорошо, тогда можно... Кроме того, Аркаша такой человек, что он на моих глазах, например, к нему пришли какие-то фэны, причем к нам пришли, за рост еще. Он их отвел в сторонку и 5 или 6 часов подряд им рассказывал, как надо играть, как надо думать. То есть мы там уже спать легли, потом проснулись, вышли, а он все им объясняет. Даже это вот из этой области, собственно говоря. Хорошо, спасибо. Можно тогда второй вопрос сразу? Игорь Федорович Летов, родившийся в Омске. Что он своим детям скажет? Не повторяйте вот именно... Детей я не хочу иметь, видеть, скорее всего, что не будет. А если и жена не хочет, такую ситуацию, что все-таки дети будут, и вот чтобы вы сами повторили своим детям, не повторяйте вот именно вот этих моих ошибок. Какие ошибки вы из своего жизненного пути выделили бы и сказали бы? Не повторяйте это. А, так это невозможно, собственно говоря, сказать, сделать, потому что это все решает личный опыт. Только на собственном опыте учишься. Что делать, что не делать. Ну я по себе просто скажу. То есть пока вот я там не вляпался в каких-то там дела, вот я вот понял, что с этим делом иметь не надо, вот так поступать не надо, пока там он там не шлепнешься там конкретно. Это бесполезно, собственно. Да, я могу дополнить, у меня есть дочь, и я буквально совсем недавно понял, что она повторит все ошибки, какие у нее встретятся. Так что, о чем говорить-то ей? И кому конкретно надо? Допустим, вот, неформальное движение, вот как? Никаких движений не было. Что собой представляет движение? Куда двигаются? Пинг-панги. В какую сторону? Их не было никогда движений. Просто люди там, ну, слушают они какую-то музыку, или любят картины, или какие-нибудь нудисты. Куда вот нудисты двигаются? Вообще они могут двигаться, мы поймем, любые движения, куда они движутся, так называемые. Они существуют, им хорошо друг с другом. Вот я не понимаю, куда они должны двигаться. Да. К коммунизму как бы движутся все вместе. Да. Либо никто. А куда вот? Объединяешься по интересам тебя людей. НБП это то же самое. Куда вот НБП движется? Да никуда. Существует само по себе. То есть движение это как группа людей, да? Как бы называющих себя движением. Это как вылитка, топчется. Вернее, их называют движением. Почему тут? Почему топчутся? Они живут все, да и все, и делают свое дело, которое им доставляет удовольствие. И почему некоторые называют его движением? Ну какое движение, допустим, у Павича? Читали? Читали? Читайте. Вот я не читал. Вот что я читал. В 99-м году в наш город приезжал некто Макаревич. И на пресс-конференции речь зашла о различных группах российских. И я задал такой сразу вопрос, а как вы относитесь к группе «Гражданская оборона»? Он ответил, как отрезал. «Гражданская оборона»? А это кто такие? Не знаю такую группу. Кто что знает, однозначно совершенно. Даже. Вот ваша мотивация такого ответа? Как мотивация такая, что мы, когда играли, был концерт памяти Маслачева, знаменитый олимпийский, по-моему, в Питере. Ну, где там все играли, там, супер, наши чуки, там, не помню, ну, там все играли. Вот. И там было как бы две гримерки. Одна гримерка была для нас, вот, ну как бы две гримерки для... Вот тут были мы, Чайф, полковник, Янка, Макаревич, туда же был определен, и кто-то еще. Вот. На каждую гримерку, во второй гримерке были, я уже не помню, там, ну там типа Жиженко, кто-то там еще, по-моему, ну, там вторая какая-то, то есть я туда не ходил. Помню, что там Троицкий был, потому что мы его искали. Вот. и там Пугачева там ходила сидеть туда-сюда. И на каждую гримерку полагалось 2 ящика водки. И нам как эту водку занесли, чай схватили за нее с полковником, они грузы закладывали весьма. Зиму? Полковник. А? Да, полковник завязал. Вот. И мы что-то как начали это делать, так сказать, потреблять, как-то очень так подружились, и все сидим тут с этим чайком, там, говорим о том, о чем. Вот. А Макаревич принципиально вышел из гримерки и ходит по коридору. Вот, ни в одну гримерку не заходит. Ну, я пошел за ним, говорю, присоединяйся, говорю, и там просто сядь, мы не будем тебя бежать. Вот. Он идет по коридору с гитарой такой, я слова забыл, и там напеваешь, что давайте делать паузу слова, что-то там. Я слова вспоминаю, я должен петь, сейчас я должен сосредоточиться. Вот. И вот он таким образом там ходил до самого конца, там, сценарий 1,5 или 2, там, пока там. Вот, так что он знает, кто мы такие совершенно конкретно. А ваше отношение к этой группе? Нет, кому? Да никакой. Никакого отношения. Никакого отношения. Вообще относительно вот команд, как бы я хотел сказать, есть, как бы сказать, профессиональная этика. То есть, ну, как бы, да, понимаете? Да. Я не комментирую. Это, у меня есть, конечно, отношения относительно каждой команды. Тем более вмешиваются личные отношения. Ну, получается, у Макаревича развился какой-то снобизм? Я не знаю. Так а ему вопрос. Это вопрос к нему. Летов могу очень долго, часами говорить, там, потому что я в этом деле, как бы сказать, профессионал. То есть я могу там историю движения пошло там просто там, целую монографию. Потому что у меня есть все материалы, там, вплоть до каждого дня практически, как в армии лично, что они, как там, какие программы, какие декреты, там, все. Ну и так далее, относительно там, испанских монархистов у меня материалы. Разговор зашел о политике философских воззрений. Ваше отношение к Зиновьеву? Зиновьева уважаю. И именно укладываются ли ваши советы именно Зиновьева как... Он очень противоречивый. Да, вот именно позиция марксизма. Можно однозначно сказать. Вот именно весь марксизм. А вот какой Зиновьев? Ранее это был антикоммунист, а позже так это вообще про коммунист. Именно периода посткоммунистической России. Вот именно Зиновьев. Ну это трудно решить, честно говоря. Я не очень вникал в общем дело. Но я очень уважаю. Спасибо большое. Все, спасибо большое. Вы, пожалуйста, не расходитесь, пожалуйста, останьтесь здесь. Вот. То есть это нам нужно, вот, буквально некоторое время побудьте здесь. Давайте там. Gracias.